Уважаемые коллеги, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы нас слышите? Добрый день. Да, слышите, замечательно. Спасибо большое, что вы сегодня опять с нами. Утром мы с вами разговаривали о направлении в отдыхе на Майорке, красивейшее место в Испании, где можно отдохнуть всей семьей, парами, индивидуально, и замечательно провести время и отдых. И я вам сегодня уже говорила, что на Майорке представлено очень много сетевых отелей, и сегодня у нас в гостях представитель сети отелей Iberostar Hotels, Наталья Лойко. Она любезно согласилась провести индивидуально вебинар и рассказать об отелях сети Iberostar Hotels на Майорке. Я думаю, что мы Наташу пригласим еще не раз к нам в гости, рассказать о других направлениях, и не только о Испании. Ну, в данный момент, Наталья, добрый день, как ты нас слышишь? Алло. Так, не надо, что не вижу пока. Давайте подождем соединение. Минуточку, пожалуйста. Так, и пока у нас идет соединение с коллегой, давайте я еще раз напомню о том, что остров Майорка – один из уникальных мест отдыха в Испании. Это Испания в миниатюре, как называют ее сами испанцы. Здесь есть возможность отдыхать на курортах. Света, как ты меня слышишь? Наташа, замечательно. Я тебя слышу хорошо. Ты меня слышишь? А, нет, да? А, уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас, я выйду из связи. Да? Добрый день. Вы меня слышите все хорошо, да? Алло. Я Наташу слышу. А вот Наташа меня не слышит. Я сейчас слышу и вижу. Меня слышно, да? А Свету не слышно. Светочка уже вышла. Она приготовилась и вышла. Все, поняла. Угу. И Свету слышу. Дорогие друзья, да, извините, маленькие такие технические нюансы, неполадки. Спасибо большое Свете за то, что позвала, за то, что предоставила такую замечательную возможность презентовать вам сегодня Майорку. Давайте проверим звук, как слышно. И меня слышно, и Свету слышно отлично. Напишите, как меня слышно, и тогда пока... Спасибо, Светочка. И тогда, пока мы все собираемся, я вам включу небольшое такое интро-видео, а после я вам представлю план вебинара, расскажу по таймингу, расскажу, о чем мы сегодня поговорим и как вообще будет построен наш вебинар. Вы, пожалуйста, все запустите видео на своем экране, чтобы посмотреть. Thank you.
Смотри, у меня видео стоит, а не вести. Не знаю, у меня все. Ты его видишь, оно у тебя идет, да? Да, да, да. А, ну хорошо. Друзья, мы возвращаемся. Скажите, у всех проигралось видео, все было в порядке, да? Все посмотрели? Отпишитесь. Все, супер, отлично. Окей, тогда начинаем. Еще раз здравствуйте, меня зовут Наталья. Я являюсь представителем компании Verastar на рынках Восточной Европы. И спасибо огромное компании TUI и Свете Корч за предоставленную замечательную возможность. Первое. Это, во-первых, я надеюсь, что вы все себя прекрасно чувствуете, что вы, несмотря на сложную нашу ситуацию, вы все равно позитивно настроены и понимаете, что сезон будет. Кстати, по-моему, вчера объявила Ryanair о том, что запускает рейсы из Германии на Майорку. То есть, несмотря ни на что, мы поедем отдыхать однозначно. А по поводу сегодняшнего вебинара относительно тайминга, я хочу, чтобы мы уложились в час, потому что мы все прекрасно знаем, что наше КПД человеческого мозга около часа, то есть после часа информация плохо воспринимается. Для тех, кому нужна будет более подробная информация, мы записываем отдельный вебинар по Майорке. Это будет прям большой такой образовательный вебинар по номерному фонду, по тому, где какие номера расположены, с картами, с демонстрациями и так далее. То есть, но он займет где-то 2 часа. Поэтому сегодня я расскажу то, что у нас новое, расскажу вам то, что все мы давным-давно хотим услышать. Это, естественно, как COVID повлиял на отельную сферу, и что нового будет в отелях, и как мы будем с этим бороться, справляться. Мы сегодня это обсудим. И по отельной базе, то есть кто хочет, да, вот у кого будут какие-то конкретные вопросы по номерному фонду, на YouTube будет наша ссылка на наше видео, простите, я отправлю потом в рассылке ссылочку на видео, где действительно вот вы можете прям промотать, и вот тот отель, который вам конкретно нужен, и нужно понять, что же там с номерами, то вы можете непосредственно посмотреть. А сегодня, то есть я это постараюсь сделать емко, информативно, но чтобы не сильно вас перегружать. Далее, если вы перейдете здесь, вот там, где есть чат, есть также вкладка «Материалы». Здесь я подгрузила презентацию в PDF. Вы можете ее скачать, пусть она у вас будет, она не очень тяжелая. Далее, что такого у нас еще важного? Перегружайтесь, если будет плохо со звуком, пишите мне плохо, если со звуком с видео, потому что интернет не такой сильный, это не офисный интернет, само собой разумеется, все мы сейчас находимся на удаленном режиме, в домашней обстановке. Вот. И давайте уже тогда приступим непосредственно к презентации. Сегодня у нас только Майорка. Вот такая наша новая карта, где мы присутствуем, 25 стран, 120 гостиниц, действительно много, и несмотря на кризис в этом году, мы также открываем в этом году новые отели, и мы очень много открываем в Черногории, кстати, и 2 новых отеля мы открываем на Майорке в Испании, то есть даже кризис, он не может нас остановить, к сожалению, с отелем в Италии пришлось временно немного отложить, но мы надеемся, что вот к концу лета мы сможем его все-таки открыть. Iberostar – это семейная компания, центральный офис находится на Майорке. Это одна семья, которая владеет уже многие-многие-многие годы этим бизнесом. То есть, и на самом деле, это все отражается в том, как мы, какой подход мы осуществляем и к вашим клиентам, и к своим сотрудникам за время COVID-кризиса, пока мы не уволили ни одного сотрудника. То есть, безусловно, там, да, мы все в отпусках и так далее, но ни один сотрудник не был уволен по той причине, по которой я уже упомянула, потому что это все-таки семейный бизнес, и компания – это большая-большая семья. Сегментация отелей, она немного новая, модернизированная, то есть это городские отели, которые мы добавляем в большом объеме, в большом масштабе. В Италии должен быть городской отель в Риме, который планируем открыть в этом году. В Мадриде мы открываем в этом году новую гостиницу. И также, в принципе, большое количество городских отелей уже есть в нашем портфолио. Пляжные отели, которые такие обозначены
красивым таким бирюзовым цветом. Безусловно, они все стоят на первой линии, то есть это пляжные классические резорты. И Heritage – это самая такая уникальная, классная категория, потому что это, этих отелей у нас немного в нашем портфолио, но когда вы видите такой вот зеленый логотип, это значит, что гостиница, она располагается либо в каком-то старинном здании, либо в каком-то уникальном с точки зрения исторического наследия регионе. Мы поговорим сегодня о таких отелях, мы как раз открываем один такой отель. Я вам его покажу, и действительно вы поймете, что вот heritage, что в переводе значит наследие, мы стараемся максимально сохранить это наследие в этой гостинице. То есть это не стандартный отель, это не стандартные просто резорты, это действительно для клиента, который ценит то, куда он едет, и хочет почувствовать весь колорит и всю атмосферу региона. Сегментация, буквально пару слов, selection, когда вы видите, потому что многие наши отели поменяли название, то есть если раньше, например, это было Iberostar Playa de Mura Village, то теперь это с приставкой selection, Iberostar Selection Playa de Mura Village. Во-первых, чтобы вы знали, как искать, а во-вторых, чтобы вы понимали, что selection – это просто сегментация, которая помогает нам унифицировать продукт, то есть это некая категория superior, в наших пляжных и городских отелях 5 звезд. И категория Grand, которую, скорее всего, вы знаете, она объединяет под собой много вариантов. То есть есть городские отели Grand, есть резорты Grand, есть, естественно, отели с наследием Heritage, тоже категория Grand. Это лакшери-отели, которые по большей части adults only, но не всегда. Следующее – это тоже краткая такая информация по поводу модернизации Star Prestige. Кто, возможно, слышал, знает клубную зону Star Prestige, которая у нас имеется во многих гостиницах. Мы ее немного модернизируем. В основном модернизация коснулась Карибского региона. И там вы можете наблюдать такие странные названия. Космос Level, Coral Level, то есть и как бы непонятно. Космос Level – это та же самая фактически клубная зона, но это значит, что это клубная зона в отеле. То есть это отдельный этаж, например, да, там определенные выделенные номера. А Coral Level, чтобы не путали, Coral Level – это отдельный отель в отеле. То есть это вот, да, не получается назвать у меня, что это прям клубная зона, потому что это полный такой полноценный отель при отеле. То есть, например, кто продавал Доминикану, знает, что мы в прошлом году открыли Coral Level на базе Iberostar Selection Bavaro. То есть отдельный корпус с отдельным ресепшеном, с отдельным рестораном, с отдельной инфраструктурой, но он стоит на территории какого-то отеля. Надеюсь, это понятно. Следующее. Новые отели, которые мы открываем в 2020 году. Из-за COVID, конечно же, нам пришлось какие-то отели отложить открытие каких-то отелей, но на Майорке мы открываем 2 отеля. Естественно, мы планируем их открыть к сезону. И предвосхищая, скорее всего, ваш вопрос, когда же сезон, мы планируем открытие отелей 1 июня. Но, разумеется, мы все связаны массой факторов, то есть возобновление авиасообщения, цифры заболевших и так далее. То есть официально мы планируем открытие 1 июня. Соответственно, отели на Майорке мы планируем подготовить к сезону. Мадрид, пятерку мы открываем. Iberostar Selection Teatro Albeniz. В Черногории будут готовы к сезону однозначно, потому что на Черногорию мы делаем огромную ставку в этом году. 3 гостиницы мы добавляем в Бока-Каторской бухте. Рим, как я сказала, немного задерживается. В Доминиканской республике уже открыт Coral Level на базе Iberostar Selection Bavaro. И Перу, Лима тоже открываем в этом году. И вот наш такой слайд, которого все ждут и боятся. В общем, что же происходит в гостиницах, как мы готовимся к сезону и что мы будем делать. Во-первых, на следующей неделе у нас выходит пресс-релиз, где будет подробно написано и оговорено, что конкретно, какие конкретно меры будут приниматься для того, чтобы избежать заражения клиентов в гостиницах. Понятное дело, что туристический бизнес, по крайней мере, в этом году не будет уже прежним, и мы должны, вынуждены, я бы даже сказала, все жить по новым правилам. Итак, номер один – это, естественно, онлайн-сервисы. То есть что это будет значить? Это будет значить, что
все максимально будет онлайн. То есть у нас есть сервис, если вдруг кто не знает, My Room Online, где вы можете вашему туристу или ваш турист может выбрать конкретный тип номера, то есть, точнее, конкретный номер, да? То есть он может фактически пройти процедуру чек-ин онлайн. И мы призываем всех это делать, потому что мы не хотим толп на ресепшене, мы не хотим, чтобы клиенты каким-то образом, да, там, соприкасались на ресепшене, когда они ждут своей регистрации. То есть максимально это фактически как регистрация на рейс. С единственным различием в том, что когда вы регистрируетесь на рейс, там, не знаю, Доха, Сингапур, условно говоря, то вам выдается конкретное место. То есть, и, ну, скорее всего, что не будет такого, что какой-то другой клиент летел в Киев-Доха, а потом говорит, вот я решил еще пролететь до Сингапура. Нет, то есть определенное количество туристов есть на рейсе, и вот они летят на этом рейсе. С отелем это не всегда так, потому что когда живет какой-то клиент в номере 512, например, да, и со следующей недели ваш клиент заезжает в номер 512, гипотетически этот клиент, который живет в этом номере, имеет право продлить свое проживание. То есть в таком случае клиент, который заезжает позже, он будет, например, расселен в номер 512 и 513. Да? То есть, но, во-первых, мы собираем все данные вашего туриста, чтобы облегчить процедуру и ускорить процедуру чек-ин, когда он приезжает непосредственно в гостиницу. И, во-вторых, он выбирает тот номер, который ему нужен, который ему хочется. Само собой, разумеется, в этом сезоне не будет полной загрузки отелей. Во-первых, мы не можем этого допустить по определенным причинам, связанным с эпидемией COVID. А во-вторых, естественно, не все страны сразу же запустят авиасообщение. Поэтому, конечно, отели не будут на полную загружены. И, скорее всего, что в этом году My Room Online будет работать прекрасно. То есть ваш клиент захотел номер 512, его заселили в номер 512. Система работает таким образом, что в зависимости от того номера, который клиент забронировал, от того типа номера, который он забронировал, ему будут предоставлены на выбор те номера, которые соответствуют его бронированию, чтобы он выбрал, в каком конкретно он хочет жить. Это действительно очень полезно, потому что он сразу понимает, где, куда и так далее. Естественно, по приезду в отель, если вдруг по какой-то причине номер ему не нравится, он сможет его, естественно, поменять. И это же касается того, что основная работа и все заказы, там, не знаю, рум-сервис, какие-то регистрации, какие-то бронирования а-ля-карт ресторанов, спа и так далее, они будут происходить все через наш Iberostar App. Естественно, ресепшн вам всегда поможет, но мы просим, чтобы у клиентов был обязательно application Iberostar, с помощью которого они смогут все делать онлайн. Из номера будут полностью изъяты все предметы, которые могут послужить заражению. То есть, например, ручки, брошюры, журналы, то есть все то, что не подлежит дезинфекции, и все то, что может быть проводником, в общем-то, этой инфекции. Соответственно, все меню, полностью весь интерфейс, там, не знаю, отеля и так далее, все будет сгружено, и уже сгружено, на самом деле, в Iberostar App, которым турист может пользоваться со своего мобильного телефона. Он просто заходит Play Market, да, или Web Store, набирает Iberostar, и это первое, что попадается, такая вот, да, зелененькая картинка, и он скачивает, все, все остальное очень просто, то есть там онлайн-карты, то есть там время работы ресторана, время работы спортзала, спа, то есть там можно заказывать какие-то услуги и так далее. На самом деле очень удобно и минимизирует контакт с какими-то физическими объектами. Третье, естественно, это отказ от шведского стола. Само собой разумеется, что в этом году в связи с эпидемией шведский стол не может быть в том виде, в котором он у нас был раньше. Я думаю, что об этом все вы уже слышали. Обслуживание планируется а-ля карт, то есть на завтрак, обед и ужин. Мы планируем в случае максимальной загрузки от максимального объема, который нам позволит законодательство, то есть еще раз повторяю, что, скорее всего, там, да, там прям на 100% отели не будут загружены, естественно. И если, например, мы, у нас будет максимальная загрузка от того, что нам позволит законодательство, то клиенту будет предоставлено какое-то конкретное время посещения ресторана. То есть таким образом у нас получится избежать столпотворения. Но тем не менее, то есть мы хотим минимизировать количество клиентов в одно и то же время в одном замкнутом помещении. Потому клиент будет приезжать в отель, и, скорее всего, что ему предоставят какое-то конкретное время, когда он будет ходить в ресторан. Конечно, если время ему не устраивает, то он его может поменять. То есть все будет зависеть от вообще того, как будет турист функционировать,
насколько быстро восстановится авиасообщение и сколько реально клиентов мы будем получать в наших гостиницах. То есть если это небольшое количество, то вполне вероятно, что нам не потребуется дробить на все эти смены на какое-то конкретное время. В случае все-таки большой загрузки, да, мы будем дробить, и у клиента будет конкретное время посещения посещения ресторана. Далее, это, естественно, да, лимитированное количество гостей в ресторанах, то есть мы не убираем столики везде, то есть на летних террасах. Ну, естественно, мы будем просить гостей по максимуму пользоваться летней террасой, но мы не убираем столики. Для чего это делается? То есть когда клиент приходит в ресторан, у него будет как бы полная посадка столиков, но, например, первую смену гостей мы будем садить за конкретные там столы, не знаю, через один. Потом, когда придет вторая смена гостей, мы будем садить их за другие столы, пока те столы дезинфицируются. То есть если мы будем убирать столики, например, из ресторана, то тогда клиенты в две смены будут садиться за один и тот же стол. Опять-таки вопрос дезинфекции стоит остро, как бы, потому мы решили, что мы не будем ничего делать с посадкой, с посадочными местами в ресторане. Но таким образом, пока клиент ужинает с первой смены, там, да, мы дезинфицируем другой стол. А когда пришла вторая смена, дезинфицируется другой стол. То есть таким образом, на самом деле, мы считаем, что это гораздо более эффективно и гораздо более безопасно. Естественно, мы будем поощрять гостей пользоваться рум-сервис. Пока здесь у меня нет каких-то конкретных, да, официальных данных, но я думаю, что с all-inclusive, естественно, если гость идет обязательно all-inclusive, то мы создадим какое-то специализированное меню под рум-сервис, и оно будет бесплатно, то есть мы будем поощрять всячески желание клиентов пообедать, поужинать или позавтракать у себя в номере. Для тех, кто будет отдыхать на Биби, Хавборде и так далее, как обычно, рум-сервис будет платный. Но, повторяюсь, давайте дождемся пресс-релиза по поводу рум-сервиса, потому что, когда мы задавали эти вопросы, пока еще не было вот четкого понимания. Но велика вероятность, что так оно и будет, особенно для all-inclusive-ных клиентов. Далее, это тренажерные залы и спа. Они будут работать, они будут открыты, но по аналогии с ресторанами, если мы говорим о тренажерном зале, то клиенту нужно будет заранее записываться и ограниченное количество гостей, клиентов в тренажерном зале в один прием, так сказать. То есть как только они закончили тренировку, там, да, есть какие-то часы определенные, на которые тренажерный зал будет закрываться, будет производиться полностью дезинфекция, и следующий клиент также сможет прийти потренироваться. СПА аналогично, то есть предварительная запись, клиент приходит, делает все свои процедуры, клиенты уходят, производится дезинфекция, закрывается спа, то есть потом открывается, и новая партия клиентов может пользоваться спа-центрами. Анимация и, в принципе, какие-то мероприятия. То есть, естественно, по максимуму будем стараться проводить все мероприятия на открытом воздухе, на улице. Что касается анимации, если, например, по какой-то причине проведение анимации невозможно на улице, например, у отеля нет открытого театра, или, не знаю, плохая погода, дождь и так далее, и клиент вынужден смотреть анимацию внутри, то мы рассматриваем несколько смен вечерней анимации. То есть, например, опять-таки, если загрузка полная от того количества, которое нам разрешено, тогда да, будет там первая смена анимации и вторая смена анимации. То же самое касается детского клуба. Они будут работать, будут открыты, но максимально все мероприятия будут на улице, и основной упор будет делаться на какие-то интерактивные спортивные развлечения, да, то есть чтобы дети не трогали там физические какие-то вещи, игрушки и так далее и тому подобное. И если какие-то мероприятия должны будут проводиться в закрытом помещении, тогда абсолютно такая же схема. То есть вы записываете вашего ребенка, что он там хочет участвовать в кулинарных классах, мастер-шеф там, на, не знаю, такую-то дату, на такое-то время. И тогда он приходит, мастер-шеф там, для 3-4 человек, потом дезинфекция, то есть и по новой. Да, загрузка отеля, то, что я вам уже сказала, и, естественно, медицинские центры 24/7, контроль состояния гостей, но пока по предварительным данным гости, естественно, я не говорю про дезинфекцию, да, то есть дезинфекция, она будет везде, и всевозможные эти санитайзеры и так далее, но пока что мы видим, что нет необходимости
носить в отелях маски и перчатки. То есть на самом деле нас это очень радует, потому что вы прекрасно понимаете, что хотя все это стало неотъемлемой частью нашей жизни, радости и ощущение отдыха оно не создает. Мы сотрудничаем с доктором, с которым мы уже работали, когда в Мексике был свиной грипп, и он разрабатывал пакет мер для нашей гостиницы. Сейчас он делает то же самое, только для европейских гостиниц. И пока что, то есть это доктор-вирусолог, достаточно известный в Испании, и пока что, то есть мы видим, что нет необходимости носить маски и перчатки, и более того, это, в общем-то, подтверждают власти, как сказать, да, вот свод правил от властей. Я вам покажу сейчас видео, которое мы сняли буквально вчера по поводу COVID, по поводу мер, которые будут приняты в наших гостиницах. Запустите его непосредственно на экране, чтобы посмотреть. И, как я уже говорила, на начале следующей недели мы ожидаем официальный пресс-релиз полностью со всеми мерами. Как только он будет, я его запущу на Фейсбуке и сделаю рассылку, естественно, чтобы он тоже у вас был перед глазами. Друзья, надеюсь, все посмотрели, у всех проигралось видео, оно, в принципе, есть на YouTube, если кому-то нужно послать туристам, посмотреть еще раз, милости просим. Итак, вот я сказала, что я хочу придерживаться тайминга в час, и вот мы полчаса с вами разговаривали по поводу COVID. Но информация, на самом деле, нужная и важная, потому я буду кратко по отелям. То, что поменялось, для кого, почему и так далее. И почти по каждому отелю у меня есть для вас видео, чтобы вы визуально представляли. На Майорке 22. Так что, на самом деле, все ждут сезона. И, как я уже сказала, мы надеемся, что первая полетит в Германию. То есть мы все ждем. Да, кстати, очень важный момент. Наверняка вы уже слышали, но на всякий случай еще раз проговорюсь. По поводу нюансов с all-inclusive в некоторых регионах Майорки южных, то есть там, где представлены наши отели, это Плая де Пальма, но еще Магалюф еще какой-то, кажется, был. То есть те отели, которые представлены у нас в зоне Плая де Пальма, то есть вот та, которая недалеко от аэропорта, недалеко от Пальмы,
с этого года власти отменили all-inclusive в связи с тем, что участили случаи, когда клиенты перебирали с алкоголем. В основном это, конечно, не относилось к нашим клиентам никоим образом. Это были представители других стран, но, тем не менее, уже долго и безуспешно власти боролись с неким таким прям, ну, очень жестким беспределом. Кто был в сезоне в Могалюфе, наверняка знает, что там просто иногда было очень специфично. Потому наши отели в Плай де Пальме не предлагают больше все включено. То есть все включено, которое, например, уже забронировал ваш клиент до момента вступления закона в силу, оно будет распространяться на эту заявку, и у клиента будет отдельный браслет. Если вы забронировали, например, там, да, вот если вы бронируете сейчас, скажем так, да, отели в Плай де Пальме, то все включено будет ограничено, то есть клиент может пользоваться, точнее, может заказывать и принимать алкогольные напитки в ресторане во время приема пищи, и это 3 алкогольных напитка на человека. Конечно, вопрос заключается в том, каким образом это все отслеживать. Номинально, да, вот когда вот не так давно я говорила с ресепшеном Кристины, вот я говорю, а как же вы это отслеживаете? Ну, вот пока мы не можем как-то глобально понять, как нам отслеживать. Но опять-таки, в связи с тем, что свалилась сейчас еще большая напасть в виде COVID, я думаю, что властям Майорки пока что не до отслеживания 3 алкогольных напитков, но номинально таковы правила. То есть, когда ваши клиенты едут в наши отели Iberostar Playa de Palma, Iberostar Baia de Palma, Iberostar Cristina и Yaout Palma, у них в All Inclusive будет ходить в течение, то есть во время приема пищи 3 алкогольных напитка на человека, которые они будут, то есть нет уже диспенсеров, где они могут брать самостоятельно, они будут заказывать у официанта. Но опять-таки, потому что все заказы будут производиться а-ля-карт, в общем-то, это не должно стать какой-то глобальной проблемой. Окей, начинаем с отельной базы, тогда постараемся пойти резво. Начнем с Iberostar Portal Snows. Это классная, роскошная делюкс-пятерка в Portal Snows. 20 минут езды до Пальмы приблизительно. В принципе, недалеко от аэропорта. Может быть, кто знает, да, Portal Snows – это такая респектабельная зона, то есть там есть марина, классные рестораны, дорогие отели, дорогие виллы. Отель 5 звезд Deluxe. До недавнего времени он был только для взрослых. В этом году он принимает детей, но ничего такого прям экстра для детей мы не предлагаем. То есть он остается adults-friendly, но, тем не менее, вы можете приезжать с ребенком и заселяться в эту гостиницу. Его основное преимущество перед другими отелями такого же высокого уровня, Deluxe-уровня, это то, что он стоит прямо на берегу, потому что огромное количество отелей на Майорке, которые являются делюкс-продуктом, они не стоят на берегу, это небережные отели, это те отели, которые стоят на возвышенности, соответственно, море у ваших туристов будут потрясающие виды, но, да, там с морем есть как бы, ну, есть нюансы. Нашему человеку, особенно тому человеку, который сидел в заперти 2 месяца и наконец-то он добрался до Испании, и он хочет полежать на пляже, естественно, ему нужно, чтобы он вышел, и у него сразу же был пляж, потому Portal Snows подходит как нельзя лучше. Хотя это не бутиковый отель по меркам количества номеров, он выглядит как, он ощущается и выглядит как бутиковый отель. И вот, в принципе, пляж просто супер роскошный. То есть это камерная обстановка, это у него нет никакой анимации, то есть это очень тихий, спокойный, респектабельный отель, роскошные сьюты, естественно, минимальная категория – это сьют. Сейчас я вам покажу его. Сейчас. Вот, то есть просто супер. И, кстати, в этой гостинице самая красивая сью и самая правильная сью, которую я, откровенно говоря, видела в своей жизни. Поскольку он возвышается прямо над пляжем, даже если вы бронируете номера Seaside, то, во-первых, балконы такие вот, они, у них остекление. То есть вы выходите на балкон, и у вас просто там, да, по правую руку открывается роскошный вид на море. Если вы бронируете sea view, frontal sea view, то это выглядит примерно так. То есть вы видите море прямо лежа на своей кровати. То есть это действительно правильное, вот прям корректное sea view, которое должно быть в каждом отеле, да, чтобы там не где-нибудь пытаться
видеть кусочек моря, а действительно вот, вот это реально Сибью. То есть, на самом деле, когда вы живете в Сибью, на номерах ощущение, что ты не в отеле, а ты на каком-то лайнере. То есть ты прям бороздишь просторы морские. Очень красивые номера. Есть разные тематические номера, есть там вот да, обычные, как бы, ну, обычные, мягко говоря, сьюты, но есть также тематические номера для звездочетов, есть номера для романтиков, и не совсем романтиков, кто хочет принести такую перчинку в свою семейную жизнь. Зайдите на сайт отеля, поймете, о чем я говорю. То есть, на самом деле, на любой вкус, но, конечно, мы все-таки позиционируем его как adults friendly. Именно поэтому он долгое время не принимал детей. Сейчас, как я уже говорила, он принимает, потому милости просим. И хочу вам показать еще пару слайдов. Это спа. Спа такой вот день и ночь, сочетание белого и черного, безумно красиво. У него небольшая территория, он работает только на bed and breakfast, другого типа питания в нем нет. Если вы хотите пообедать или поужинать, вы можете воспользоваться вот этим вот рестораном, который после завтрака работает как а-ля-карт ресторан, и у него было очень классное дегустационное меню, и кухня была великолепная. Вот, вот прям не к чему придраться абсолютно. Так, тогда вам покажу сейчас небольшое видео по поводу портала Snows, чтобы вы ощутили прямо. Так. Запустите, пожалуйста, на своих экранах. Итак, друзья, переходим к следующему отелю. Это Iberostar Jardín del Sol Suites. Это Santa Ponsa. Тоже, в принципе, недалеко от Пальмы, порядка 20 минут езды плюс-минус. Недалеко от такой небольшой милой деревушки. Я обожаю эту гостиницу, одна из моих самых любимых. Как раз эта гостиница Adults Only. Он находится, точнее, он построен, расположен таким образом, что вот... Он на холме, и вот он спускается к морю. Нюансы. Естественно, это каменистый пляж прямо при отеле, потому что, как видите, песка там в принципе нет. Потому заход по лесенке – это плюс и минус. Плюс в том, что вода кристально чистая и прозрачная. То есть, опять-таки, кто был, особенно в сезон, на, например, там, на песчаных пляжах Playa de Palma, знает, что иногда бывает какая-нибудь каламуть и так далее. То есть не сравнить прозрачность и чистоту воды здесь и в Playa de Palma. Кто хочет, он может пройтись до Santa Ponsa пешком, там порядка километра, и купаться, там есть песчаный заход, и купаться там. Но, как правило, туристы этого не делают, потому что, опять-таки, adults-only отель, в основном все, естественно, умеют плавать. И еще одно преимущество, когда вы отдыхаете в данной гостинице, и у вас пляж вот такой вот прям при отеле, это то, что, естественно, лежаки-зонтики, они бесплатно, потому что они прямо у бассейна. То есть вы сделали пару шагов, и вы уже непосредственно в море. И романтика. Конечно, вот этот скалистый берег, это очень красиво, это очень классно. Из-за того, что отель тоже... В общем-то, он не очень маленький, но он производит ощущение бутикового отеля. Он очень тихий, он спокойный, в нем практически нет анимации, максимум это какая-то вечерняя живая музыка, какие-то бенды, но такие каверы, то есть все очень лайт, все очень тихо, спокойно, потому что, опять-таки, отель в потрясающе красивом месте, и отель только для взрослых. Прекрасное питание. В нем мы сделали некую косметическую реновацию, то есть номера мы не обновляли, там, да, прям так максимально и глобально. На самом деле это хорошо, потому что когда мы обновляем наши гостиницы, то
неизменно стиль такой вот современный, да, вот, современный дизайн, в общем-то, да, потому что у нас тоже есть наши определенные корпоративные параметры, которые мы внедряем при реновации гостиницы. И я очень рада, что мы не отреставрировали этот отель, потому что он выглядит вот, ну, бутиковый, колониальный. У него, на самом деле, даже те номера, которые... есть номера Star Prestige категории, клубные зоны, которые мы отреставрировали, они выглядят классно. Номера стандартного типа мы сделали косметическую инновацию. То есть мы где-то что-то подкрасили, мы поменяли текстиль, они выглядят свежо, но не так современно, как, например, наши отели в Плайо-де-Пальме. И мне это очень нравится, потому что как раз у него такое ощущение вот колониальности и романтизма. Это очень классный отель. Это 4 звезды, 4 звезды с плюсом, вот я бы так сказала. И действительно, его можно спокойно рекомендовать при такой вот требовательной, респектабельной публике. У него очень классное питание и потрясающие, фантастические виды из номеров и из общественных зон, например, из ресторана. Ресторан, у него фантастический вид на море, опять-таки из-за того, что он построен такими вот ярусами, вот так, собственно, выглядит терраса в ресторане. Очень красиво. Зона Star Prestige, клубная зона, о которой я уже говорила ранее, то есть это определенные номера, это отдельный бассейн для гостей Star Prestige с балийскими кроватями. Здесь в этом отеле много разных типов номеров, потому я не буду останавливаться, потому что там действительно непросто. Могу вам посоветовать следующее. Первое, это следите за нашим вебинаром, который мы уже говорила, мы записываем, который будет действительно такой очень подробный и длинный, то есть чтобы вы могли перематывать и останавливаться на том отеле, который вам нужен. И второе, у нас на сайте есть интерактивная карта отелей, в частности, по всем отелям Испании, где вы можете посмотреть, где какой номер расположен. То есть это очень важно, это помогает вам вот, ну, вообще понять полную картину, где, какой номер, где он располагается, в какой части отеля. Далее, так выглядит номера, то есть вот то, что я говорила, этот колониальный стиль. И сейчас я вам покажу видео, тоже небольшое, буквально на минуту одну. Итак, друзья, переходим дальше к следующей, еще немного фото, и переходим к Яут-Пальма. Это новая гостиница, относительно новая, которую мы добавили в наше портфолио совсем недавно. Это уже ближе к зоне Плайо-де-Пальма, но это отель не на первой линии. Это пятерка, которую мы не так давно взяли в менеджмент, и это потрясающая гостиница. Как видите, она находится в неком удалении от берега, то есть это где-то 500 метров приблизительно. То есть на самом деле это недалеко совсем, туристы ходят через парк, и недалеко от отеля есть определенная инфраструктура, есть бары, опять-таки, если они будут... Но на самом деле будут открыты, потому что в Испании вот как бы уже сейчас, да, открываются, естественно, бары с этими террасами. Понятное дело, что какое-то ограниченное количество людей принимают рестораны и бары, но в любом случае будет все работать. Будет сезону, быть сезону однозначно, потому что мы все с вами и очень многие страны, в частности, зависим от туристического потока, потому что все ждут украинцев, все ждут сезона и все готовы. Так вот, возвращаемся к Яут-Пальме. Для кого и вообще кому его продавать? Как я уже говорила, это не первая линия,
Но это компенсируется невероятными видами эзотерия, потрясающие, абсолютно фантастические, абсолютно новые, классные стили номера. Я бы сказала, что это одни из самых лучших номеров, которые есть в нашем портфолио на Майорке. Естественно, за исключением портал Сноус, понятное дело, это немножко другая категория. Яут Пальма – это стандартный 5 звезд категории Selection. Он принимает детей, но какой-то глобальной такой активной анимации в нем нет. То есть вечер, это, естественно, какие-то выступления бендов, каверы и так далее. Но какого-то прям активного такого развлекательного процесса в отеле не наблюдается, опять-таки потому, что все-таки он, ну, такой более adults-friendly. У него потрясающий огромный спа-центр. У него одно из самых лучших питаний, которое есть в наших пятерках вообще, потому что отель работает не только над качеством питания, он работает и над презентацией. И это очень важно, когда ваша еда красива. Опять-таки, мы говорим о том, что было раньше на шведском столе, но я уверена, даже сейчас, когда это обслуживание только а-ля карт, они будут еще больше стараться, чтобы ваша еда выглядела аппетитно и красиво. Немного еще фотографий. Есть здесь зона также Star Prestige. Номерной фонд потрясающий, абсолютно фантастический. В отеле есть замечательный ресторан на Rooftop Terrace. Одни из лучших суши, которые я пробовала в своей жизни. Как ни странно, они на Майорке прекрасны. Вообще абсолютно без каких-либо нюансов, кроме того, что нужно идти немного до пляжа. И территория у отеля не очень большая, опять-таки, потому что это зона Лады Пальмы, мы все прекрасно знаем, что там нет, в принципе, больших территорий, то есть она не очень большая, фактически она ограничена бассейном, но прекрасные виды, отличные номера, великолепная кухня, обслуживание просто шикарное, классная, хорошая, твердая пятерка. И, конечно, в этом отеле, опять-таки, до ситуации с COVID, я активно агитировала за «все включено». То есть здесь совершенно потрясающе было «все включено» по уровню, по качеству еды, презентации и так далее. Вот Елена спросила, мы вернемся еще раз к этому вопросу в конце презентации, чтобы не задерживать, да, тех, кто уже прослушал эти нюансы. Но здесь лучше брать полное питание, то есть либо хотя бы half-board, потому что еда и уровень вообще какой ресторан здесь действительно на высоте. Вот такие виды. Зона Star Prestige, номерной фонд. Фантастические, на самом деле, виды. Так, и видео Яут кратко на буквально одну минуту. Друзья, переходим к следующему, Iberostar Playa de Palma. Мы уже перемещаемся, собственно, в зону Playa de Palma, ту зону, о которой я говорила, что с All Inclusive там с этого года немного есть некоторые нюансы, изменения. Отель Playa de Palma – это пятерка, это как раз категория Selection. Он также идет adults friendly, несмотря на то, что он принимает детей. Для детей здесь не очень много чего есть. Естественно, есть семейные номера, семейные размещения, само собой, но анимации активной детской здесь нет, и детского бассейна нет также. Потому если клиентам требуется детская анимация, они могут ходить в гостиную, которая находится через дорогу
от данного отеля и пользоваться анимацией там, естественно, бесплатно. Полностью весь реновированный, прекрасная пятерка, очень стильная, безумно красивая зона Star Prestige, она как раз показана на фото, то есть клубная зона, отдельные выделенные номера и отдельная терраса на крыше с бассейном, с видами, с баром. На самом деле очень, очень стильно и очень красиво. Вот так выглядят стандартные номера. Они большие, светлые, красивые, просторные. Так. Работает на всех типах питания. Да, будет, Светлана. Просто, опять-таки, то, что я говорила, да, как бы тайминг был час. Сейчас уже у нас уже 52 минуты прошло, потому что много вопросов, которые нужно было обсудить. Поэтому планируемый расширенный вебинар по Майорке, это может быть даже 2 часа. Он будет у нас на YouTube, ссылку я сделаю, вышлю вам ссылку и запущу ссылку на Фейсбуке, чтобы вы могли перейти и смотреть. Так выглядит ресторан. Опять-таки зона Star Prestige на крыше с бассейном. В зону Star Prestige нет доступа для гостей, которые отдыхают в других номерах помимо Star Prestige. Открытая зона ванной, обратите внимание, но, да, кстати, тоже часто спрашивают, а как же туалет, как же душ? Душ и туалет, они, естественно, закрыты, они закрыты таким плотным матовым стеклом, то есть оно как бы звука и светоизоляционное, поэтому не переживайте, но ванная вот такого, она открытого типа идет. И видео Playa de Palma. То есть его в основном покупают те, кому не нужна какая-то активная анимация с детьми, кто хочет хорошую, стандартную, такую, ну, сильную пятерку в зоне Playa de Palma и кто планирует ездить в Пальму, потому что до Пальмы буквально 10 минут на такси. Запускаем видео. Друзья, надеюсь, вы досмотрели. Переходим к следующему отелю. Это Iberostar Baia de Palma, Playa de Palma, Baia de Palma и Iberostar Cristina. Все это находится в одной зоне, буквально в пешей достигаемости друг от друга, в зоне Playa de Palma. Iberostar Baia de Palma – это четверка, только для взрослых, абсолютно полностью вся отреставрированная. Она похожа по стилю дизайна очень на Playa de Palma, но Playa de Palma – это 5, Baia de Palma, собственно, это 4. Baia de Palma мы очень часто продаем как 4 с плюсом, и вы спокойно можете продавать его как 5, потому что стандарты здесь абсолютно фантастические. Высокий уровень отеля, потрясающий сервис, отличное питание, но номерной фонд не очень большой. То есть сами по себе номера, они как бы не позволяют нам сделать апгрейд до 5, ну и нам, в общем-то, это не нужно, потому что есть Baia de Palma. Полностью все абсолютно отреставрировано, все номера новые, свежие, белые. Есть красивый бич-бар с прекрасным видом на, в общем-то, пляжную зону. Есть также зона Star Prestige, клубная зона. И это как раз тот Infinity Pool, который вы видели на слайде. Такой, как будто бы прям ты плаваешь, а под тобой несколько метров до земли. Он только для гостей зоны Star Prestige. Вот так выглядят номера. Как видите, они небольшие, они компактные, но, естественно, они очень удобные. То есть все продумано, все удобно, но площадь не очень большая. Поэтому пятеркой мы его не можем, мы не можем продавать его как 5 звезд, естественно. Это сам, это большой, это основной ресторан. Это бич-бар.
и Кристина. Тоже короткое видео по By the Palme. То есть для пар, это могут быть ханимунеры, у нас, кстати, очень много было ханимунеров из Украины, это могут быть просто какие-то люди, которые изначально хотят эту зону и только adults only. Те, которые ищут, например, 5 звезд, но, скажем так, у них какой-то ограниченный бюджет, тогда лучше предложить, например, Iberostar by the Palma, который 4 с плюсом, чем 5 звезд no name, где, в общем-то, ты не знаешь, что ты получишь. Здесь качество абсолютно безупречное. В прошлом году, когда мы приезжали в этот отель вместе с группой, мы привозили прям целую группу только в отеле Iberostar, это был самый любимый отель группы. То есть стиль, дизайн, действительно такая морская тематика, очень красиво и всем безумно понравилось, действительно, потому что отель очень достойный. Видео на одну минуту. Друзья, следующая гостиница – это Iberostar Кристина. Это 4 звезды в зоне Playa de Palma. И находится она за Iberostar Playa de Palma. То есть за пятеркой она стоит. Это вторая линия, но вторая линия достаточно условная, потому что вы переходите дорогу буквально ну, там 30 секунд, не знаю, минута, и вы уже на пляже Playa de Palma. Песчаный, широкий, большой пляж Playa de Palma. Это четверочка. Мы ее реставрировали, но несколько лет назад, но она в прекрасном состоянии, отличном. Это, она не может быть сравнена, не может сравниться с четверкой Iberostar by the Palma, потому что там действительно уровень практически 5 звезд. Здесь стандартная, классная семейная четверка. За счет того, что она на второй линии, у нее есть хоть какая-то территория. То есть корпус таким образом обрамляет территорию, что есть какая-то зелень, есть какое-то пространство возле бассейна, потому достаточно уютно, есть такой открытый тренажерный зал, есть детская площадка. Это в первую очередь семейный отель, семейная гостиница. Небольшие номера, вот так она выглядит. Небольшой, в принципе, номерной фонд, но все прекрасно, вот в нашей стилистике очень красиво, очень все аккуратно сделано. Есть триплы, есть семейные номера, разумеется. Основной ресторан – шведский стол. Я обожаю Кристину, честно говоря. В Кристине став не меняется по 25 лет. Это абсолютно вот прям семейный отель. Если ваш турист приезжает туда один раз, потом второй раз, то его все знают, и он всех знает. Потому что официанты все одни и те же, на ресепшене одни и те же. То есть это вот такой, на самом деле, уникальный, действительно, семейный отель. Вот такого я не видела, потому что всегда в каждом отеле есть какая-то определенная ротация, но не в Кристине. Смотрим небольшое видео.
Это была Кристина, отличная семейная гостиница. Да, пляж через дорогу, Лада, но, как я уже говорила, буквально минута. То есть там есть пешеходный переход, вы по нему переходите, минута, и вы на пляже. Он ближе, чем Яут-Пальма. Яут-Пальма вы идете через такой... А, да, конечно, да-да-да-да-да. Да. Окей, переходим к... Клуб Калабарка, Иберостар клуб Калабарка, это 4 звезды семейного типа, это одна из самых семейных гостиниц, которая есть в нашем портфолио, одна из, потому что сейчас появилась еще одна более семейная и более новая. Клуб Калабарка, хочу вам показать нюансы по гостинице сразу же, находится в зеленой местности прекрасно, то есть порядка 25-30 скорее все-таки езды от Пальмы. Зеленейший отель с огромной-огромной территорией. Потому что здесь обязательно, прежде чем вы продаете какой-то тип номера, вы идете на карту на наш сайт и показываете туристу, где он может размещаться. Когда вы продаете номера Basic, вы должны знать, что они находятся в неком удалении, то есть от ресторанов, от центральной части, и в номерах Basic вид может быть на соседние здания. Но в этом отеле, на самом деле, если есть некоторые гостиницы, где я всегда говорю, что вот здесь Basic вот такой вот, потому лучше все-таки, если вы продадите стандартом, да, или Garden View, здесь спокойно можно продавать Basic, потому что какой-то глобальной разницы между, ну вот, да, ну в виде разница, то есть, ну вид, например, лучше у обычных номеров, там, да, с Garden View, чем у Basic, но не суть абсолютно, то есть здесь спокойно можно продавать вообще любой тип номера. Основная масса номеров – это семейные номера, потому что отель все-таки семейный, состоящий из двух комнат. Отель без реновации, то есть номерной фонд, сейчас я вам покажу. Да, и, кстати, пока перехожу к номерному фонду, обратите внимание, вот это такое у гостиницы пляж. То есть есть плюсы и есть минусы. Особенно в этом году, поскольку не будет перенаселенности, в принципе, на Майорке, естественно, из-за COVID. Это классный романтичный пляж. Это небольшая такая узкая бухта. Заход такой вот галечный, здесь попадаются небольшие камешки. Пляж не оборудован лежаками и зонтиками. То есть ваши... скажите, а вы видите мой курсор? Наверное, не видите курсор. Окей. Вот если видите там вот вверху фотографии, просматривается бассейн. То есть клиенты спокойно лежат... Спасибо, Свет. Они спокойно лежат у бассейна и ходят, в общем-то, на пляж. Они могут пользоваться полотенцами на пляже, могут, в принципе, приходить купаться и уходить к бассейну. Нюанс был, когда было, ну, такое прям глобальное перенаселение в августе месяц, когда там, да, кому-то было мало места. Хотя, честно говоря, в отеле такое большое количество национальностей, и вы прекрасно знаете, что только славянские народы, они в основном отдыхают на пляже непосредственно. То есть все остальные, они в большой степени у бассейна. Потому какой-то глобальной перенаселенности я лично не видела, но иногда кто-то говорил, в этом году, поверьте, что такой проблемы вообще не будет, потому что, опять-таки, естественно, пассажиропоток уменьшится значительно. И у гостей отеля маленький, небольшой, красивый, романтичный такой пляж. Если гости отеля все-таки хотят какой-то такой большой песчаный пляж, они идут по национальному парку, буквально минут 10-12, может быть, там 15, если они идут с ребенком, и их взору простирается большой, красивый песчаный пляж, оборудованный лежаками и зонтиками. Лежаки и зонтики, естественно, как во всей Испании, они за дополнительную плату. Теперь номерной фонд, я вам покажу, как он выглядит. Питание прекрасное, анимация активная, территория большая, зеленая, все вообще очень классно, сосновые деревья. Номерной фонд. Такой мини-детский аквапарк. Вообще, в принципе, анимация детская была потрясающая. И, кстати, мы делаем, вот видите, такая желтая штука, такой батут в бассейне. Это то, что мы строим в этом году для детей. То есть дети обожают эту штуку, они прыгают на нее, скатываются, снова залазят, прыгают. То есть можно ребенка своего привести и, в общем-то, на нем забыть о нем. Да, что у меня нет номерного фонда здесь. Окей, значит, тогда я вам покажу его на видео, то есть номера без реновации, но это все учтено в цене, потому что это доступная хорошая четверка с хорошим уровнем сервиса, с хорошей едой, с отличной территорией, но без реновации номеров. Показываю вам видео.
Так, возвращаемся. Небольшое видео было коротенькое. И переходим к следующему. Это новая гостиница, которую мы открываем в этом году. Юм Протоколом, которая находится примерно в 50 минутах езды от аэропорта. То есть это восточная часть острова. Для кого? И покажу вам это, конечно, пока еще компьютерные фотографии, потому что мы его еще достраиваем, да, и облагораживаем, то есть здание все уже все готово, внутри уже все готово, мы занимаемся благоустройством территории и приведением его в красивый вид перед сезоном. Для кого? Это пятерка, как раз вот такая категория Heritage, то есть то, что я вам говорила в начале, это отель с наследием, то есть несмотря на то, что он новопостроенный, он в каком-то старом здании, но он в очень классном регионе. У него, это в рыбацкой деревушке Протоколом, в которой, опять-таки, в прошлом году, до ковид, были классные бары с живой музыкой, такая атмосфера, то есть, вот, ну, не просто такая вот европейский, такой классный европейский курорт. Отель – это не резортного типа, то есть он не работает, оно все включено, у него там, да, есть завтраки, хавборд можно, ужинать можно непосредственно в ресторане отеля, или можно ходить в местные бары и рестораны. То есть классная такая живая очень атмосфера, очень много местных, очень много таких активных туристов. То есть это не для тех, кто хочет просто лежать у бассейна, это не для тех, кто хочет, там, не знаю, резорт по типу Плая де Пальмы, и все включено. Однозначно нет для путешественников, для каких-то таких активных клиентов, которые хотят открывать что-то новое. Показываю вам пока компьютерные фото. Это два здания, они не соединены между собой, между ними проходит такая дорога, и находятся они фактически в таком, как типа, жилом квартале, то есть там рядышком есть домики, есть какие-то здания, где живут люди местные, красивые очень номера, море прямо вот, вот прям ты выходишь, и оно прямо здесь есть, но заход там не очень хороший, там люди не купаются, то есть если нужно купаться гостям этого отеля, им придется пройти минут 10-15 до ближайшего пляжа. Но это, то есть мы называем это Seafront отель, потому что находится прямо на берегу. Недалеко от отеля совсем, буквально 20 минут езды, вот такие красивые, красивейшие драконьи пещеры. И вот так выглядит ресторан. Отличные номера, то есть вот для таких, для туристов, которые ищут, ну вот необычные отели, то есть что-то вот им нужно такое бутикового типа. Видео по нему пока нет, ждем. Еще одна новинка нашего, в нашем портфолио в этом сезоне – это Берастар Кала Домингос, это 4 звезды. Это бывшая клуб Тропикана Майорка, если кто-то помнит. Была такая троечка замечательная, тоже это восточная часть острова, порядка уже 50 минут езды от Майорки. Мы полностью его перестроили. Это огромная, гигантская территория, на которой разбросаны такие небольшие домики. Это не индивидуальные домики. На несколько номеров есть 2, есть 3, есть 4. Ну вот, да, по типу такого а-ля бунгального типа. Полностью весь перестроенный отель. Хочу вам показать, наверное, фонд. Безумно зеленый, красивый. Вот так выглядит пляж. Это не компьютерная фотография, это реально то, как выглядит пляж в этой гостинице. Он тоже не оборудованный, кстати. Но классный, то есть такой протяженный, широкий, хороший песок. Очень красивый пляж. И так выглядят номера. То есть это 4 звезды, и так выглядят номера. Но мы действительно полностью его перестроили, но мы не перестроили сами по себе домики, да, в которых, в общем-то, номера. То есть номерной фонд здесь новый, очень красивый. Красивый санузел, красивые, да, вот, комнаты. Но они небольшие. То есть за счет того, что они небольшие, естественно, никакого апгрейда до 5 звезд быть не может. Следующий слайд, так выглядит санузел, ресторан, видео тоже по нему нет, ждем, но это классный семейный отель, естественно, у нас будут баги по отелю, которые будут курсировать, чтобы доставлять туристов, но туристам придется ходить, то есть территория большая и номерной фонд разбросан, то есть, опять-таки, для тех, кто любит ходить, для тех, кто, не знаю, возможно, был в колобарке, говорит, я вот хочу классная колобарка, но я хочу поновее. Вот спокойно можем предлагать Кала Домингос.
Следующий – это Iberostar Playa de Mora Village, популярный на нашем рынке отель. Ничего глобального мы в этом году такого не меняем в гостинице. В прошлом году мы сделали реновацию. 5 звезд на севере в зоне Playa de Mora. Прекрасная территория, одна из лучших пятерок в этом регионе. В основном номерной фонд состоит из семейных номеров, которые это две комнаты, спальня для родителей и гостиная, где размещаются до двух детей. Зеленая классная территория, прекрасный пляж, пологий вход в море. Питание от Vivido все включено. Так он выглядит сверху. Так он выглядит сбоку. На самом деле, действительно классная гостиница. Очень из того, что нового, мы отреставрировали все номера в прошлом году еще, то есть весь номерной фонд абсолютно новый. И так они выглядят. И мы добавили детский клуб. Детский клуб, который называется Star Camp. И с этого года он будет на территории Iberostar Playa de Mora Village. И в соседнем отеле Iberostar Playa de Mora, который буквально через там, ну, то есть на самом деле они, практически у них одна территория, у них тоже будет свой отдельный мини-клуб. То есть разница в том, что раньше гости Playa de Mora Village ходили в Playa de Mora, и вся анимация была на территории Playa de Mora. Сейчас в этом нет необходимости. В Playa de Mora Village есть своя детская территория и свой детский старт-кэмп. Отдельная зона. Старт-кэмп у нас подразделяется на три клуба. Манки для самых маленьких, дельфины для средних и средних, ну, в общем, для средних возрастов, и Eagles, орлы для тинейджеров. Орлы, как правило, они ничего не делают внутри, то есть у них какие-то там, да, мероприятия на всей территории отеля, они там, не знаю, ищут клад, они какой-то квест организуют им и так далее. А у манки, у дельфинов есть отдельные свои зоны, то есть таким образом мы хотели разграничить детей помладше и постарше, чтобы не было битвы за игрушку, что это часто бывает и так далее. То есть у них у всех свои отдельные независимые зоны. Но, несмотря на то, что детский клуб есть на территории отеля, отель все равно тихий, спокойный, у него большая достаточно зона парковая, можно даже сказать, потому что прекрасная территория, усыпана все соснами, потому его можно рекомендовать и продавать не только для семей, но и для, например, там, пар и так далее. Просто кто хочет такой тип отдыха, это небольшой корпус, это небольшие такие вот, это не индивидуальные бунгало, но это небольшие корпуса, не прям такой громадный, да, а небольшие корпуса на несколько номеров, то есть сохраняется камерность, сохраняется, естественно, красота природного ландшафта, везде деревья, кустики, цветочки и так далее. Очень классная пятерка, особенно после реновации номерного фонда, выглядит потрясающе. Это вторая комната в Family Room. Естественно, все Family Room, они с дверью. Игровая зона, детская, спа. Отличное питание, но это 5 звезд, естественно, здесь все прекрасно. Открытая терраса. Наше новое американское кафе. Еще вход там. Правда, территория одна из самых-самых красивых, которые, наверное, у нас есть. И небольшое видео по Iberostar Playa de Mora Village.
Возвращаемся к нашей презентации, к слайдам. Буквально пару слов по поводу местности. Вообще часто спрашивают, а что лучше, Плая де Пальма или, там, или северные регионы? Северные регионы идеально подходят для семей, для тех, кто едет с детками, потому что там классный заход, пологий, там прекрасное море, и там больше территории, то есть по площади, потому что в южных зонах территории практически вообще нет. То есть если для клиента это важно, если он хочет красоты бухт, если он хочет зелени, сосен, это север. Если он хочет все-таки ездить часто по Пальму, не знаю, шопинг, ночная жизнь, это южные зоны, то есть это вот Плая де Пальма и то, что вот недалеко от аэропорта и недалеко от самой Пальмы. Спокойно можно предлагать. А север – это тихо, красиво, зелено и пляжная полоса все-таки лучше, чем на юге. Песок более такой, более белый, и заход более комфортный, особенно для детей. Иберостар Плая де Мура, предыдущий был Плая де Мура Виллидж, этот Плая де Мура, это два соседних отеля, которые находятся фактически на одной территории, но Виллидж это 5, Мура это 4. В чем отличие? Естественно, в звездности и немного в концепции. И тот отель семейный. Плая де Мура это большой корпус, это корпусной отель, 4 звезды, 4 с плюсом, в общем-то, хотя он не селекшн, но это действительно такой высокий уровень гостиницы. Очень часто, когда тоже клиент ищет какое-то размещение, но у него, то есть он хочет 5, но у него ограниченный бюджет, то агенты предлагают данную гостиницу, потому что действительно в плане еды, в плане территории, сервиса, анимации просто на высшем уровне. Номерной фонд весь полностью обновлен, как и весь отель, но номера небольшие сами по себе. Так он выглядит внутри, на территории. В общем-то, та же самая, естественно, территория, сосны и так далее, но Виллидж чуть более зеленее за счет того, что там домики, а здесь все-таки корпус. Вот такая прыгалка тоже, батут в бассейне, дети просто обожают его абсолютно. На территории данного отеля есть отдельный корпус, где располагаются семейные номера. То есть если в Плая де Мура Виллидж они разбросаны по территории семейные номера, то здесь отдельный корпус с семейными номерами, и там есть уже лифт. То есть долгое время его не было, мы его построили после реновации. Так выглядит номерной фонд. Он не, то есть по площади номера небольшие, поэтому максимальное размещение в стандартном номере 2 плюс 1. Нет человека, 2 плюс 1 ребенок. То есть не взрослому мы там не доставим кровать. Не инфант, а ребенок. Идем дальше. Виды. Номерной фонд разный, то есть от стандартных номеров с Garden View до приоритетного расположения с видом на море, фронтальным, Seaside, Pool View и так далее. Детская зона, здесь есть отдельный мини-клуб тоже, разумеется, не только в Вилледже, но здесь также свой для маленьких, для манки, для постарше, для дельфинов. И орлы, иглс, они по всей территории. Так выглядит терраса ресторана, внутренний, основной ресторан внутри. И теперь покажу вам тоже короткое видео о Плая де Мура на одну минуту. Переходим к двум отелям. Iberostar Albufera Park, Iberostar Albufera Playa.
Они находятся тоже на севере, это зона Альбуфера, от Плая-де-Мура, это где-то порядка 3 километров. То есть если отели в Плая-де-Мура, у них есть что увидеть и куда пойти за пределами гостиниц, то в зоне Альбуфера нет практически ничего. Буквально пару ресторанов, пару таких небольших киосков с продажей купальников и так далее. То есть это зона тихая, спокойная, она расположена недалеко от природного резерва, парка, точнее, Альбуфера. И это два отеля, которые очень похожи между собой в плане дизайна, в плане декоров и, в общем-то, в плане концепции, с некоторыми различиями. Начинаем мы с парка. Иберостар Альбуфера Парк – это более семейный отель, в котором большое количество семейных номеров. И семейные номера, они с дверью, они достаточно просторные и спокойно вмещают 2 плюс 2. Стилистика одинаковая, то есть оба отеля, они такие колониальные. То есть вот они, как видите, это два отеля вместе сфотографированы, то есть Плая и Парк. И вот здесь, вы не видите мой курсор. На стыке отелей, как вы видите, там как раз расположена зона Star Prestige, и вот такая терраса, если вы также видите на фотографии. То есть это фактически один комплекс и одна территория, по большому счету. Но это же немного разная концепция, разная направленность. Вот так она выглядит, и, в общем-то, естественно, туристы, они могут как бы мигрировать, это один комплекс, один отель. Так выглядят номера в парке, и сейчас я вам покажу, как выглядят семейные номера. Да, вот, собственно, вот так. Они без реновации, но они в нормальном состоянии, то есть они в хорошем состоянии. Альбуфера Плая, она вообще, я не знаю, что они делают, они там какая-то магия в отеле, потому что номера прекрасно выглядят. Парк, за счет того, что текстиль чуть другой, может быть, он выглядит не так современно, как Плая, потому что Плая вся такая белоснежная и бежевая, но все отлично, то есть более того, что текстиль, в принципе, мы не так давно заменили точечно и выглядит гораздо более свежее. Вот таким образом семьи размещаются в семейных номерах, двухкомнатных. И вот здесь, как вы видите, уголок такой, это спальные места для детей. Небольшой мини-аквапарк детский. Питание на одном и том же уровне и в Плае, и в парке. То есть можно спокойно, не нужно думать, там, какой выбрать, какой лучше. Абсолютно все идентично, абсолютно все одинаковое. Пляжная полоса также, это зона Star Prestige, наверное, одна из самых красивых, которые, в принципе, есть у нас в нашем портфолио, на самом высоком этаже, с отличным бассейном. Бассейн не все голубое, это что видите, голубое, это плитка, а вот такое, да, небольшое пространство, бассейн небольшой, но достаточно вместительный, компактный. Есть также бар, в котором люди могут в течение всего дня брать какие-то напитки, брать перекусы, сэндвичи и так далее, вне зависимости от того, на каком типе питания они размещаются. И эта зона доступна только для гостей Star Prestige, само собой разумеется. И зона Star Prestige, она только для взрослых. То есть детей туда мы не допускаем. Если вы едете с ребенком, то в зону Star Prestige мы вас не разместим, и более того, вы не сможете ее забронировать, потому что там максимальное размещение 2 человека. Это номер в зоне Star Prestige, не стандартный номер, а в зоне Star Prestige. И небольшое видео Альбуфера Парк.
Уважаемые коллеги, слушаете ли вы меня? Скажите, пожалуйста. Да. Меня слышите? Скажите, пожалуйста. Коллеги, скажите, пожалуйста, слышите ли вы меня сейчас? Прошу отписаться. Ой, слышно. Вера, спасибо большое. Спасибо большое. Пока Наташа подключается, давайте еще раз подведу немножко итоги. Если вы обратили внимание, я сегодня утром вам рассказывала про Майорку, рассказывала про курорт, и вот Наташа у нас сегодня прошлась, можно сказать, по всей части Майорки и представила нам отели южной части, восточной и северной части. Мы сейчас с вами рассматриваем и слушаем об отелях в северной части Майорки. Если говорить честно, да, вот эти все отели, которые Наташа сегодня нам предложила, это самые популярные отели на Майорке сети Iberostar. Iberostar Hotels очень любят наши клиенты, и я еще раз повторюсь, Майорка подкупает тем, что здесь номерной фонд больших сетевых отелей очень огромный. И на Майорке есть еще другие отели, безусловно. Но сегодня мы говорим о тех самых популярных, самых спрашиваемых. Вот. Немножко прокомментирую, что Наташа даже об этом упомянула сегодня, что в каждом отеле Iberostar есть своя классификация номеров. Да? То есть есть basic номера, это номера, которые, скажем, чуть плюс-минус не самый удачный вид в отеле, да, есть стандартные номера, есть номера с видом на бассейн, есть номера с видом на море, и есть номера Star Prestige, то есть уже другая категория номеров, где более дополнительный сервис как есть сейчас в отелях. И, Наташа, я тебя слышу, как ты слышишь нас? Алло? Слышно. Вот, поэтому потенциально... Ура, меня слышно. Да, слышно. Я выхожу, уважаемые коллеги, тогда, чтобы не мешать, и Наташа смогла продолжить рассказать.
Так, уважаемые коллеги, я тогда продолжу с вашего разрешения, пока у нас технически налаживается связь с Наташей. Вы меня слышите, час. Да? Так, Наташа. Наташа, ты меня слышишь? Ты слышишь? Я не могу понять, в чем проблема. Кто-то слышит меня, кто-то нет. Антонина, вы меня слышите, да? Итак, коллеги, вы меня слышите, скажите, пожалуйста. Отлично, ладно, спасибо большое. И вот эта вот классификация номеров, она, естественно, в ценовой политике, соответственно, в разной ценовой политике. И вот мы только что, Наташа, рассказала про Биростар Плая де Муро Вилледж, рассказала про Биростар Плая де Муро, и вот и Биростар Альбуфейра Парк, и Альбуфейра Плая. Это самые популярные, наверное, отели, и она объяснила, почему. Потому что они больше ориентированы на такой отдых на лоне природы, это очень красивые места. И если вы обратите внимание, то большинство корпусные, те же даже корпуса, они невысокие. То есть на уровне сосен. Да? Вот как мы привыкли видеть, и мы знаем о том, что на той же Доминикане отели строятся на уровне пальм, точно так же на Майорке сохраняется вот эта красота, аутентичность, возможность быть и ощущать себя на лоне природы. Эти отели одни из самых популярных. Радует то, что вот Наташа упомянула сегодня, что у нас появились два новых отеля на Майорке. На Майорке пятизвездочных отелей много, и Иберостар не исключение, представляет новый продукт. Это супер, очень важно. Порто-Колом действительно очень интересный, аутентичный городочек, атмосферный, где есть пройтись, есть возможность пройтись, прогуляться и так далее. А вот. И радует то, что вот этот клуб Club Tropicana, отель «Три звезды», который в свое время выкупил Иберостар, сейчас дает возможность нам представить совершенно новый продукт. Вот этот Иберостар Кала Домингос. У трехзвездочного отеля были свои нюансы. Он был очень замечательный отель на природе, в нетронутой природе, да, но у него в номерах не было кондиционера, и он был морально устаревшим. Сейчас этот отель просто бусинка и замечательное предложение для наших клиентов, кто ищет вот этот атмосферный отдых на лоне природы, у кого всего только неделя, ему надо вписаться в этот непосредственно отдых. Так. А вы меня слышите, да? Скажите, пожалуйста. Так, я смотрю, что Наташа листает презентацию. Спасибо большое, Вера. Прокомментирую со своей стороны. Алькудия парк – один из интересных продуктов Иберостара на Майорке. Это та же Алькудия, но ближе всего к самой Алькудии. Давайте посмотрим вебинар. Видео нажмите, пожалуйста. Смотрите его.
И, уважаемые коллеги, продолжим. Так, вот говорили с Наташей, она сейчас обновляется. Алькудия парк. Это сама зона бухта Алькудия, пространство 12 километров, где представлено много-много отелей, в том числе вот эта зона Плайя-де-Мура, да, широкая песчаная береговая линия, плавный вход в море. И какие моменты непосредственно в этой зоне отдыха? Давайте посмотрим с вами. Я листаю слайд и помогу провести немножко вебинар. Небольшой бутиковый отельчик, который позволяет разместиться в том числе семейным парам с детьми. И вы видите, есть детский клуб на первой линии береговой, уютный, атмосферный. Он идеально подходит, вот, скажем, для семей, кому нужно, скажем, с малышами, не сильно шумно, но чтобы замечательно провести время. Вот этот отель идеально подходит для такого варианта отдыха. Ну и опять же, плавный вход в море позволяет с малышами находиться в береговой линии и, соответственно... У меня индикатор звука есть. Да, Наташа, я тебя слышу, ты меня слышишь? О, прекрасно, да. Ну. Да, такая, передаю тебя в руки и расскажи, пожалуйста. Местника в руках индейцев, да, это... Окей, видимо, какая-то проблема с видео, потому что как только подключается видео, пропадает звук, и также проблема начинается, когда я включаю видео с YouTube. Не знаю, дорогие друзья, по какой причине, но, в общем-то, мы завершаем презентацию этим отелем, Алькудия парк. Я удалила 3 отеля из презентации по той причине, что они не очень популярны на нашем рынке. Это Каламьор, она находится, собственно, в бухте Каламьор, и не так часто наши клиенты доезжают туда. Это Сьюдад Бланка, потому что отель, он достаточно продаваемый, но там есть много вот таких нюансов по номерному фонду. Я хотела бы его рассказать именно в отдельной презентации, чтобы вы отдельно его посмотрели, потому что там на сам отель уйдет минут 10, наверное. И то, что я еще дарила, это Iberostar Pinos Park. Далековато и на нашем рынке плохо продается. Потому Iberostar Alcudia Park – это последняя гостиница. Я отвечу на ваши вопросы, которые Елена, кажется, да, задавала в самом начале. Я не слышала всего, что говорила Света. Но я думаю, что она представила, в общем-то, что это четверка полностью вся обновленная в зоне Алькудии, недалеко до, в общем-то, самого порта Алькудия, потому подходит для любого абсолютно сегмента, как с детьми, так и пары. В частности, для пар есть зона Star Prestige. Это корпус, который вот на фото он представлен. Самый ближний корпус слева. Вот он находится, самый такой ближайший корпус к пляжной полосе. Это корпус Star Prestige, клубная зона только для взрослых, потому детей там нет. И на крыше этого корпуса, я вам покажу более подробно, есть фантастическая, красивейшая терраса. Абсолютно новые все номера. Это стандартные номера. Так выглядит семейный номер, 2 комнаты с дверью. Еще один слайд семейного номера, зона для игровая для детей. Ресторан, и где же наш номер Star Prestige? Вот эта терраса Star Prestige, то есть виды вообще прекрасные, невероятные, незабываемые. Пляж здесь действительно один из самых красивых, которые есть, в принципе, в этой зоне. На этой террасе также есть бар, где клиенты в течение всего дня, вне зависимости от того, на каком типе питания они находятся, они могут брать напитки, какие-то перекусы, в том числе алкогольные коктейли. Мы помним, да, что запрет на все включено касается только южной части Майорки, некоторых регионах. В северной части все прекрасно, все хорошо, и all-inclusive отлично работает. И вот так выглядят номера зоны Star Prestige. Они чуть-чуть в другом цветовом решении, более яркие. У них отдельный консьерж, который сидит внизу постоянно и отвечает на какие-то их вопросы. То есть он может им помочь забронировать рестораны, заказать вертолет и вообще сделать все, что угодно для того, чтобы отдых у клиентов прошел идеально. Балийские кровати – это все только для гостей зоны Star Prestige. У меня есть последнее видео Алькудии, если не ошибаюсь, но я его, наверное, включу. Давайте договоримся, что включу после того, как я завершу
презентацию, потому что я боюсь, что опять пропадет какой-то звук, и мы потеряем огромное количество времени. Итак, по поводу вопроса Елены относительно того, будет ли сезон на Майорке и ждем ли мы гостей из Украины. Конечно, мы ждем, и, конечно, сезон будет. Повторюсь, мы планируем открытие наших отелей 1.06. Мы можем корректировать дату открытия в зависимости от рекомендаций государства, в зависимости от ситуации с эпидемией, относительно аннуляции штрафных санкций и так далее и тому подобное. В первую очередь, что вам нужно знать, это то, что когда вы бронируете через оператора, вы связаны вашими отношениями с оператором, а мы связаны отношением, в общем-то, с вашим оператором. Потому на данный момент ситуация такова, что, естественно, те туры, которые попали на даты карантина, и мы, и ваш оператор, естественно, мы все переносим, ну, вот, как только можем. Никого, естественно, мы не штрафуем по той причине, что клиент просто не смог долететь до места назначения, само собой разумеется. Да, мы переносим там, да, на август, на сентябрь и так далее. По поводу цен, это вам нужно непосредственно консультироваться с вашим оператором. Но что могу сказать по поводу вообще ценовой политики? Сейчас действует много разных акций. То есть у нас на весь сезон с бронированием до 30 июня есть акция «Дети бесплатно». Вообще дети, в принципе, бесплатно, когда они размещаются со взрослыми в номере. То есть даже если ему 14 лет, там, да, и даже если это два ребенка 14 лет, они бесплатны на любом типе питания. Я думаю, что у оператора есть условия этой акции, они уже просчитаны у нас, есть эти условия, да, на Фейсбуке. Да, Свету. И эта акция с заездами до октября 2021 года, то есть окно бронирования до конца июня этого года, заезд аж даже на следующий год. Условия аннуляции гибкие, потому что мы также понимаем, что все мы подвязаны под возобновление авиасообщения. И вот недавно был такой вопрос от агента, которая хотела перенести туристов, которые не смогли путешествовать в мае по причине карантина, она хотела их перенести на сентябрь, и с теми всеми акциями, которые у нас действуют сейчас, да, вы спрашивали по поводу сохранения цены, то есть со всеми теми акциями, которые действуют сейчас, цена может даже еще и отличаться выгодно, потому все зависит от сезона, в который едут ваши клиенты, и все зависит от тех акций, которые есть на данный момент. Конечно, сейчас специальных предложений очень много. Так, по-моему, я ответила, да, на ваш вопрос, Елена. Лада, нет, конечно, не во всех отелях есть русскоговорящий персонал. Мы стараемся держать русскопонимающий персонал. У нас очень много работает поляков, очень много работает вообще, в принципе, из Восточной Европы, потому они понимают русский язык, но, скажем так, какие-то философские темы не всегда могут поговорить, хотя в тех отелях, которые популярны для русских туристов, русскоговорящий персонал, он присутствует. То есть в Playa de Palma его много, в Playa Iberostar, Playa de Mura Village он тоже есть, прекрасная девушка, которая идеально говорит на русском. Они не всегда, эти люди, могут быть на ресепшене, например, кто-то может быть в guest relation, кто-то может быть в ресторане, кто-то может быть на ресепшен. То есть, да, русскоговорящий персонал присутствует, но не во всех отелях. И более того, мы также должны учитывать сезон, который будет в этом году. Он будет специфически не похожий на все остальное, потому мы еще пока не знаем, какой процент вообще персонала нам потребуется в зависимости от загрузки отелей. Так, я думаю, что это более-менее все. И вам спасибо за вопрос огромное, Лада. Еще раз говорю, что вы можете скачать материалы, презентацию в PDF, когда вы кликаете на материалы. Вы можете также посмотреть потом этот вебинар в записи, вы можете посмотреть наш вебинар более подробный по Майорке, который я смонтирую, надеюсь, на этих выходных. По поводу COVID мы выпустим пресс-релиз на следующей неделе, более детальный, более подробный, что будет изменено и какие правила для туристов, и вообще, что вам нужно будет объяснять клиенту, когда он едет отдыхать в этом году. Мы просим вас отнестись с пониманием к некоторым мерам, которые мы должны будем предпринять в отелях. Мы просим вас объяснять это туристам, чтобы они тоже понимали, что мы все как бы завязаны вот, да, вот в одном этом круге, и мы хотим, чтобы их отдых прошел безоблачно. Поэтому мы очень просим выполнять все требования, которые в этом году мы внедряем в связи с эпидемией COVID.
Есть ли какие-то вопросы? Далее. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если вопросы, задавайте, пожалуйста. Вам огромное спасибо, что слушали. Я вам рекомендую, кстати, тоже загрузить Iberostar Application, чтобы оно у вас было, потому что вся информация, она, в общем-то, есть там, даже иногда больше, чем вы можете найти на сайте, карты отелей и так далее. И помните, что по всем гостиницам Испании у нас есть интерактивные карты, которые вам позволяют смотреть в режиме реального времени номера клиента. Он может выбрать конкретный какой-то тип номера, конкретный номер даже может выбрать. И пользуйтесь MyRoom Online, чтобы мы избегали лишнего времени на чек-ин, когда турист приедет к нам в гостиницу. А то, что турист приедет в гостиницу, мы не сомневаемся. Сезону быть мы настроены решительно и настроены позитивно. Со своей стороны хочу, да, Наташа, поблагодарить за чудесную презентацию, за возможность окунуться опять в Майорку, повторить то, что мы уже знали, и даже больше. Искренне рада за то, что в Iberostar'ах появилось два новых отеля. Это отели на своего туриста, и радует, что и такой продукт есть замечательный. И я желаю хорошего сезона в любом случае всем нам, и вам, и нашим коллегам, кто нас сегодня слушает. Можно вот ли я кое-что добавлю еще, Светочка? Пожалуйста, пожалуйста. Чтобы поддержать, в частности, да, вот всех наших коллег, потому что я понимаю, что год сложный, сезон сложный, исторически мы хватаемся за голову и говорим, боже, 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 но на самом деле у нас есть огромное количество акций специальных для агентов, то есть и даже в нормальное, да, вот наше невоенное время у нас скидки до 75% были и в Юм-протоколом, и в новом отеле. И вообще, в принципе, везде, практически во всех отелях Iberostar у нас были там 50-75% скидки на ваш личный отдых, когда вы едете с вашими детьми, с вашими мужьями, с вашими женами, мамами, папами и так далее в наши гостиницы. То есть нормальный сезон это было до 75%, потому на моей памяти был Тунис за 7,5 евро и Кала-Домингос, по-моему, стоило порядка 15-20 евро за сутки за человека в номере дабл. Я думаю, что здесь с эпидемией COVID мы, конечно, разработаем специализированные какие-то акции еще больше для вас, чтобы стимулировать также и вас поддерживать индустрию туризма, потому что, да, вот я, мне приятно слышать, когда многие друзья и многие агенты, и многие туристы говорят, как только откроются границы, я хочу ехать, потому что я хочу поддержать туризм. Я хочу, да, вот, ну, фактически какой-то донейшн сделать в туризм, чтобы он работал, потому что отдых – это неотъемлемая часть этой жизни, нашей жизни, как и путешествия. Поэтому следите за рассылками, мы обязательно придумаем что-то, чтобы вас порадовать, чтобы вы смогли отдохнуть, потому что мы нуждаемся, наверное, тоже, несмотря на карантин, мы нуждаемся в моральном отпуске, в моральном отдыхе, поэтому следите, мы обязательно что-нибудь придумаем. Наталья, огромное спасибо за такой раскрытый вебинар. Вот, и надеюсь, что мы еще будем плодотворно сотрудничать в этом году, особенно мы не ставим точку, мы ставим запятую, приглашаем тебя провести еще другие вебинары по Тенерифе, к примеру, Куба, Доминикана, с радостью послушаем. С радостью. Приглашаем. Да, спасибо огромное. Спасибо всем за внимание. Желаем удачных продаж, несмотря ни на что. Будем жить. Да? Спасибо, Светочка. Да. Всем хорошего дня и до скорых встреч. До скорой встречи. До свидания.